challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем Alien vs Predator. Мы остановились на том, что нас оглушили, забрали все оружие, мы теперь без жизней, без нормального обмундирования. Но нам надо идти дальше. Надо было мне подышать, наверное, все-таки. Отлично, теперь у меня 5% жизни. Хоть бы восстановил. Так, еще яйца. Вообще шикарно. Давайте как-нибудь аккуратно их проигнорируем, пока у нас не особо много тронов. Лезет. Вылез? Или мне показалось? Камон, и начинаем пугаться. Как учили. Ну, конечно. Как учили на тренировке, начинаем панику. Так, а если я аккуратно сам зайду? А, у меня нету еще до сих пор ни фонарика, ничего. Кайф. Ух ты. Может... А, тут я был, по-моему, да. Тут я видел эту обезьянку. Но тебе, правда, не помню. Это уже... Когда я играл... А, ну, наверное, да, я просто кругляш там сделаю все. Так, мне наверх? Или мне куда? Ну, возможно, наверх. А возможно и нет. Еще один спуск вниз. Тихо. Если тут открылась дверь, наверное, мне сюда. Окей. Воу. Давай, бей их, бей их. Да, ясно, почему сожрали всех. Ты в сантиметре с тебя не можешь попасть. Сзади тебя, чувак. А, тебя уже не могут прикрыть. Да, наступи. Давай, хоть ты с дробовиком. Тык-тык-тык-тык-тык. Давай, у тебя есть шанс, спасти. Спастись. И там опять со спины у него стоит. Да, он со спины опять прыгает. Ты не в меня, надеюсь, стреляешь? У тебя там просто более есть важные, как бы, цели. А, убил, молодец. Обернись. Ну, идиота, кусок. Покиньте отсек. Окей. И все. Тю. И, конечно же, сразу с пистолетом, с ножом будет. Почему мне это так бесит? Так. Мне бы аптечечку бы срочно просто. Вот жить не могу уже без нее. Вниз, вверх, вниз, ясно. Ящик. Нету. Пок. Этот готов. Тихо. Лучше больше патронов потрачу, но убью, потому что возможности сейчас нету. Фигней страдать. Ага. Того тоже у меня еще нету. Что-то как-то далеко от двери. Кнопка открытия двери.
записочки. Кто хочет, читает. Кто-то кошку потерял, по-моему. Угу. Давайте пройдемся по вот этой стороне. Не пойму, зачем им в каютам все-таки дырки, что эти самые окна, чтобы видно было, чем они занимаются, что ли? Опять не работаешь. Так, это на что? Закрыто, можно ломануть. Записка. Закрыто, закрыто. Патроны. Ботинки. Еще ботинки. Серьезно? Слушайте, если сомневался раньше, что это русские, то теперь не сомневаюсь. Неудачники. Им даже в космосе на другой планете приходится сменку таскать. Откройте. Кто в туалет пошел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Еще кто-то. Тут пусто. Ну хорошо. Тут ничего нету. А тут и не открывается. Тут тоже все закрыто. А, ну это и есть, да, я ж с другой стороны вышел. Ладно, значит, идем сюда. Что у нас там по заданию вообще? Лаборатории плантов. Типа они еще были подписаны. Вот это куда идет? Такой походкой летящий. Такой, ну окей, чё там, труп, пойду добью. Ооо, живем. Опять же читаем, кому интересно, кому не интересно, не читаем. Так, это ж нега как-то открывается. Теперь еще каюты обыскать. Чтобы обыскать каюты, нам где-то нужно найти взломщик. Ну конечно, надо теперь тратить здоровье, потому что я же его нашел. Не настолько критично. Привет. Это тоже. Так, как учили на тренировке? Если заходит вооруженный чувак, не за охрана, нажимаем. Очень странно молиться. Ты знаешь, в твоей этой приходской школе как-то вас неправильно обучали. О. И мужики. Вас неправильно обучали учить, это самое, молиться, по-моему. На колени вначале или встал бы, что ли? Чё ты закрыл? Вот тут я не был, по-моему, еще, да? Тут лифтец. А может быть и был тогда. Но лифтец закрыт. Буллеты. Закрыто. А тут я был, потому что... Так, а как я сюда попал, если я не проходил сквозь этот шлюз, который посередине? Что-то как-то тут...
крайне запутано. Так, забрали. Надо пробежаться и посмотреть, может быть, тут еще где-то кто-то есть. Ладно, пока мы тут. Интересно. Он все открывает. Так. Нашли, да? Ну, даже надо еще обыскать. Наверняка что-то еще интересное есть. Мечта чужого. Мини-вентиляция. Я слышу их. Не ш... Да как ты умудряешься попасть? Из-за угла. Вы что, резиновыми пулями стреляете? Почему мне 5% жизни всего отнялось? Тут это что же, по-моему, да, было? Они ж вроде как одинаковые с обоих сторон. О, амо. И аптечка еще к тому же. Ну, а еще ботинки-то с собой не брал ботинки. И уборщица заругает. Опять кислоту чужих принес на ботинках. И тряпкой по лицу, тряпкой по лицу. Тихо. Ну ты сейчас скажи, что я спинушник, потому что я в спину стрелял, да? Хотя как бы это ты. Спиной повернулся. На столе. Кто там? А это не открывается. Начинайте бояться, да? Ну нет, и сюда нет. Странные лифты, конечно, у вас. Был еще один, по-моему. Еще один. Хорошо, это вы мне сняли жизни. Лифт. Так. Лифт, по-моему, на втором этаже. Что-то тут крайне неудобно. А? Там. О! Ну стреляйте, чё вы? Тратьте патроны. Выглядите как идиоты. Пока. Пол стеклянный под собой не разбейте. Да, могу хакнуть. Я ж вообще мастер хака. И как удачно, прям дырка здесь, да? У меня же волшебная русская хакерский этот гаджет. Именно таким мы изламываем Пентагон. На розетку просто наводим и включаем. Она током бьется, но взламываем Пентагон. Такая-то магия, мы хер поймем, как это работает. Ну, работает, не знаю.
Medical team, please report. Operation Savior is now at yellow status. Quit fooling around. All Marine personnel report to Major. Quit fooling around. Получил в грудь кучу этих патронов. Сильно даже не поморщился. Окей, run. Ты неправильно run. Слушай, у вас какая-то неправильная школа была. Клёво. Так, что ступеньки ведущие. Нужно поверить в себя. Такой этот самый проход в Гарри Поттере. Давай, команд, команд, чё ты? Чё ты мне говоришь, команд, команд? Гигантские жесткие, эти самые оптические диски. Так оно было. Ну тогда ладно. А меня опять, кстати, успели ударить. Ну нет, так нет, как хочешь. Я закрываю за собой дверь, это мало ли что. Аптечка и... Что-то высоковато. А вот сейчас мы, видите ли, не разбились. А до этого мы, пацаны, еще и броню теряли. Motion sensor. Ага. Это что, было муха? Ты на меня, надеюсь, агриться не будешь? Чё, у меня полная обойма? Полное все? Офигеть. Давайте попробуем с этим походить. Ради интереса. Кстати, ни хрена она разносит. Бошки разносит только так. О! Да. Тихо. Нет. Мне не нравится этот коридор. Еще explosive bolt. Отлично. То есть они могут отстрелить эту штуку. Они вместе со мной не отстрелят. Ребята, ваша бомжебаза важнее все-таки, чем я. Видимо, да. А зачем тогда нам лестница? Опять мухи. О, да! Вот это было прям. Короче, да, надо с дробовика еще уметь стрелять. Не как я. Или вот как ты. Что еще хуже? Это вообще не попал. Мне просто лень потом ходить за пулями. Класс. А тут открыто. Если тут открыто, пожалуй, мы... спасибо. Зачем ты заставил это лезть? Можно как-нибудь к ним ворваться, нет? Что, предлагаете вот так идти? Офигеть. Ага, и зажми, пожалуйста, кнопку А, да? Чтобы постоянно влево держать. Кого? Пойдем, может, ребят накажем? Закрыто.
Бам! Бам! А у тебя были шансы неплохие, потому что ты был с дробовиком и уже почти вплотную подбежал в тот момент, пока я перезаряжался. Локет. Так, тут у нас чем полезно? О! Для гранатомета. А у меня что, уже гранатомет есть? Кстати, у меня колесико почему-то не пашет. А, это вот так я как-то делал, да? О, у меня есть огнемет еще. Чпок. Вот интересно, что за пули. Локет, блин. Надо было сразу туда сходить посмотреть. Нет. Так, этот мы подобрали с него, по-моему, да, все. И тут закрыто. А куда тогда? А вот еще не трогал. Окей. Автоматом поехал, ну и ладно. Открытые лифты, кстати. Не как в Халфе обманывают, да, что ты типа едешь. Лифт просто потрясут и ладно. Кровяка. О! Бам! И убили, короче. Убили, короче, и отмотали время назад, да. Так, как мне попасть вниз? Ну да, логично. О! Какой-то неугомонный. Еще. Ну вот еще что-то светит. Офигеть, как. Ну ладно. Может, лучше тогда буду попадать. Еще ниже спущусь просто. Ну. Постой, хищник. Ну так, следующий чувак. Так и надо. И где-то еще один. Отлично, теперь у меня еще и 3 автомата будет. О! Движение какое-то.
Так, стоп, что-то. Твою мать. Лови. Сразу. Все что? Стоп, 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 стоп. Что за загрузка? Я что, в зону что ли вошел? Стоп. Не будем смотреть, пока надо его заново выносить теперь, блин. Какого хера? Почему не было кнопки там покинуть уровень или типа? Или типа того. Пойдемте быстро соберем стволы хотя бы. Что, все? Чу? Еще ракета. Ну, он бы сейчас пропустил бы. Так, что там еще у нас есть? Вот там. Ракеты, еще автомат, что, все что ли? Где он там, на четверке нос? Ну, классно, что, 5 обоим получается, да, мы все таскать можем. 4 с собой и одну в стволе. Даже не потребовалось. Ну, вот теперь можно заставки смотреть. Who the hell are you? Oh, crap. You're a girl? Shitty software. Well, hello there. Don't even start with me. What the hell is the Hive? Exactly what it sounds like. Is that where my team's headed? Looks that way. But why? Just get me into the tunnels. I have to warn them. The tunnels are sealed. There's no way in from here. All right. Then get me back to the POC. White team is there. Пок это первичный персонный комплекс. Ну чё, мы просто сели и уехали, да? Охренеть, защита у вас тут. Okay. So why here? Seems like a funny place for an assemblyman's daughter to take a summer internship. My brother, he died while he was stationed here. Accidental death, according to the report. Eisenberg signed it himself. I'm sorry. My brother was a very meticulous man. He didn't make mistakes. Everybody makes mistakes. Maybe so. But he was murdered. I have proof. Is that what I'm carrying? Мне пугают твои раскосые глаза. Genji's research centered on genetic modification. Human genetics. They used convicts mainly. Pretty sick stuff. This place. It brings out the worst in you. I should have stopped him from ever coming here. Sometimes you just can't hold on tight enough. You okay? Давай без флешбеков. Oh, just remembering something. Давай это не будет флешбека. Ну, вроде нет, слава богу. Ах, Фрости, Фрости, Фрости. Нахера ты решил полезть в улей? О, напалм. Класс. О, у меня все есть, класс. Конечно, я в сборе.
Воу, воу, воу. Его слишком много было. Все, по радару чисто, а то еще какие-то крики были. Что еще есть? Как сюда помещались, ребят? По-моему, моделеры просто поленились сделать модельку получше. Точно, все, никого больше. Ну, конечно. Как всегда. Твою мать. Яйца чужих тут. Просто проход. О! Выскочил узнать, а тут яйца бьет, да? Реально, прикиньте, вот приходит к вам домой ваша еда уже. Начинать бить ваших детей. Угу. А у меня еще и фонарик сел. Так и знал. Все, музыка кончилась. Смарт-ган. Было бы неплохо. Где ты? Ты что, по стенам ползать не умеешь? Две лестницы, одна ведет в проход, другая непонятно куда. Пойдемте непонятно куда для начала, наверное. Хотя, если что-то бибикнуло, лучше выйти вначале повыше. Ну да. Да что за двойной прыжок сейчас был? Все? Локет, блин. Ну да, это похоже на такое место, где могли быть ништяки. Между тем их не положили. А при падении я сейчас могу еще чем-нибудь сломать себе. Давай по чуть-чуть назад, чтобы потом... Охренеть. Упасть на лестницу, да. А, ну окей, тогда же лучше. Спокойно прошелся. А что случилось с этим? Чё он так быстро потух? Сломанными ногами даже умудрился запрыгнуть. Вот это сила воли у человека. Не совсем человека, но... Налево пойдешь, ни хрена не найдешь. Направо найдешь, хрен найдешь, да? О!
Кто? Где? Все. Секунду. Продолжаем. А сам смартган вы мне когда, кстати говоря, дадите? Вот эту дырку пойдешь, короче, тебя утащат за ноги, как этот, как в сценках скриптовых. И никого нет. Да ну нахер. Так, думаю, этого хватит. Я думаю, пару этих мы убьем. Вот, откроем, а потом посмотрим. Наверняка какая-нибудь херня набежит. Да? Вот опять он не то взял, что я хотел. Опять я промахнулся. Еще? Все? Хотя где я его? Я его в той штуке как раз взял, что ли, броню, сейчас только заметил. Ну опять. Черти что, да? Неудобно тут, если честно, кнопки расположен. Какой уже четвертый, это, по-моему, летсплей, я до сих пор не привык. Можем ли как-нибудь заблокировать? Чтобы сзади хотя бы не бежали. Будет ли там что-то наверху? Или очередная хрень? А вот что-то есть. Локет. А закрыть можно? Я не вернулся? Уж больно похоже. По-моему, я обратно вернулся. Фу, блин, напряжника как-то, не знаю, так... Давит психологически. Закрыть. Хер там. О, блин. Отлично, одной обоймы хватило на всех. Дырка прям напрашивается на чужого. Ну? Либо внизу, либо наверху. Значит, все-таки там было, да. А! И вроде было несколько.
надо. Да откуда вы прёте? Видишь, не видишь, а патроны попадают. Не эту дырочку, видимо, да? Да сколько вас? Перезарядить фонарик. Такое ощущение, что они прут бесконечно. Тогда надо быстрее пробегать. О! Вот это хорошо. Почему это даже не пикало? О, я думал, закрыть сейчас надо будет еще. Фу. Адреналинисто. Я не знаю почему, ну как-то вот. Все-таки дает о себе знать, что враг может сверху, снизу, откуда угодно появиться. Патроны слили, правда. Всего две обоймы осталось. О, плюс один. А еще мы ни одного хищника не встретили. Это значит, скоро он будет. Локет. Цветная жидкость, которая светится хотя бы. Окей. Прошу, зачем их было отключать? Тоже close. А, хе-хе-хе. Проскочил. Вопрос, нужно ли мне сюда или нет. Предполагалось, что я должен за как-то обход попасть, я не знаю. Ладно, давай пойдем посмотрим, что здесь. Может, секретка просто для тех, кто хитрожопый, как я. Да что ж ты делаешь? Я просто хотел выключить фонарик. Ясно, почему ты хотел его достать? А, это не тем, это сваркой. Я еще думал, как электро можно сломать замок. Похоже, мне сюда и надо. Все-таки. Это сюжетная шняга.
Но, возможно, я попал сюда не так, как надо. Хотя я здесь не вижу других проходов. Это портальную пушку. Тут все еще закрыто. И тут все еще закрыто. Да, тут вот нормальный проход был. Только уж больно узенький для... Не знаю, для базы. Тут какие-то вещи туда доставить, те же он тебе какие-нибудь коробки или еще что-то, это напряжно будет. И тут все закрыто. Значит, я что-то другое включил. Looks like you'll have to override the security lockdown. You should be able to do that at the security station off level 2. Ну ладно, попробуем. Локет? Я думал, если есть такая такой рычажок, значит, стопудово. Level 2. Так я с level 2 же. Или нет? Ну вот я на левел 2, по-моему, перегрузил ее, разве нет? Там еще что-то надо было сделать. Кейшен ход. Гейт. Тут закрыто. Несмотря на то, что зеленым горит. Что мне как-то вот так, что ли, наверх? Да я еще смотрел, что вроде как-то не получится нормально забраться. Тихо. Буянишь. А, фиговина полезла. Я, кстати, эти же ящики не взломал на том уровне, помните? Хотя ладно, я думаю, там, если были что-то, то патроны там или... Ружка, конечно, может быть, теоретически. Ну, вроде и так справились. Говно. И ты говно. На всякий случай. Она вылезала, блин. Вражин. А теперь откроется. Ну пипец. Все, тылы закрыты. В начале уровня прям. Вау! Откуда? Офигеть.
в каждой дырке затычка. Ясно. И чё, всё? Я ждал как-то побольше. Напалм и аптечка. Классное сочетание. Обжёгся, сразу вылечился. А чё они пипим? Что-то ещё надо? Класс. Ничего, я ничего не могу при этом делать все равно. Нафига было делать что? Можно навестись. Ну окей, значит идем назад. Нравится мне этот звук? Нагнетает? Оу. Кто-то очень жирный тут прошелся. Где-то внизу что ли жужжат? Знаю, что не надо его достреливать, но пули так красиво входят в него еще. Так, мне в самый низ куда-то теперь надо или... Ну так, вот эта хрень, по-моему, не открывалась. Хотя, я, похоже, здесь все-таки был, я, видимо, отсюда и начал, да. Ну, да тут дали... возможность вернуться, чтобы птичку сожрать, допустим. Это правильно. Что-то сбросилось. Этот самое. О, да и так можно было. Сбросилась запись. Я думаю, мы сейчас здесь и закончим, скорее всего, этот уровень уже. Сент, да что не так опять? Видимо, вот здесь, да. Как раз здесь, наверное, турели-то и появились. Ну да. Ребят, вы же свои, надеюсь. А то просто этого чувака, которого расстреляло, я не знаю, я не уверен уже. Окей. Прям совсем харе? Ну давай, в харю. Класс. Мне кажется, у них, знаете, там не стоять под стрелой, не подходить под лестницами в пятницу 13. А вот у них какая-то такая же штука есть, только не стоять под турелями. Вот опять что-то херня с этим дробовиком чертовым. Леха-муха. Что за дебилизм? Ты у меня уже был в руках, какого хера у тебя? При выборе ты начинаешь перезаряжаться. И вообще любой так может замок, да, взломать? Что кусок пластика берешь и ломаешь, и все. Между тем мне очень мало патронов осталось.
так даже концовка. Ну, то есть он, конечно, вентиляцию уже давно не полезет, это ж чужой. Такой, ой, нет, на карачках ползать, не, чё, не-не-не-не-не-не, я вот научусь хакерству, дверь взломаю, обойду, подожду его. Угу. Team 1 reporting, the transmitter is positioned. Какой-то передатчик. I have a signal, sir. Very strong and very close. All right, let's move. Не убивайте других десантников. Ну, окей. Давайте перезарядим все оружие, какое есть, а то опять эта херня начнется. О, ну тут у нас еще дохерища патронов, это хорошо. И на ракетнице. Давайте вот залезем. Это лестница, не лестница. Что наверху вижу? Хабар. Или это не хабар? Это лифт, да, похоже, да. Ладно, ну уже в следующий раз. Так что лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.